Для начала, у тебя есть страховка? Чё? Она покрывает зубного. О, ха-ха. А где больничка? Недалеко? Да я тебе... На неё минут 25 ехать. О, я тебя ударил. Ты как? Чё? Любишь драться, да? Победы были? В драке нельзя победить. Это не Холидей Инн, друг. Ладно, я поехал. Мне тебя один друг посоветовал. У меня есть свой бар во Флорида Кис. И в него зачастила плохая публика. Плачу хорошие деньги. Судя по тачке, они тебе нужны. Я к ней привык. Поразмысли. Я знаю, кто ты. Элвуд Далтон. Я твой фанат. У парня нож под рубашкой. Отступи подальше и бей прямо в лицо. Ты справишься? Что это за вышибало? Он вежливый, строит из себя добряка, а потом как вдарит. Интересный парень в целом. Бранд хочет забрать у меня бар. Решил устроить тут курорт. Имей в виду, люди тут привыкли улаживать дела по-своему. Эй, народ! Похоже, у вас тут убойная ножка! Далтон! Дам тебе совет. Не подпускай людей так близко. Дай угадаю. Станешь угрожать? Скажешь валить из города? Я так понял, что угрозы тебе по боку. Раз за дело взялся Нокс, герою крышка. Меня трудно разозлить, но если я зол, это надолго. Люди здесь какие-то агрессивные. Это что, твой друг, да? Нет, я руку ему сломал. Мастерами дубляжа не рождаются, мастерами дубляжа становятся. Критики не пугаются, переводы точны, все сбудется.